Открытое акционерное общество компания «Полюс» – один из крупнейших российских производителей торгово-холодильного оборудования. Компания хорошо известна на рынке России и ближнего зарубежья. Высокая надежность и европейский дизайн холодильного оборудования, эффективная логистика и сжатые сроки исполнения заказа – визитная карточка компании «Полюс». Продукция предприятия полностью сертифицирована и отвечает международным требованиям стандарта качества. Ассортиментный ряд обеспечивает оснащение гастрономических магазинов, кафе, ресторанов и баров. Технический отдел предприятия постоянно совершенствует выпускающиеся изделия, следуя изменяющимся нуждам потребителя. Постоянно ведется и разработка новых изделий. Применение компьютерной техники существенно ускоряет этот процесс и позволяет команде инженеров воплотить самые интересные решения в жизнь. Благодаря самому современному производственному оборудованию коллектив предприятия выпускает необходимую рынку продукцию в кратчайшие сроки. Это стандарт работы компании. От принятия заказа до отгрузки продукции потребителю проходит не более 3 дней. Все операции на заготовительном участке полностью автоматизированы. Штамповка производится на координатно-револьверных прессах с интегрированными гильотинными ножницами. Пресс автоматизирует процессы загрузки, вырубки и отрезки ножницами. Автоматический гибочный пресс обеспечивает полностью автоматизированный процесс гибки, включая управление, поворот во время выполнения последовательности гибки, гибку и разгрузку готовых изделий. Пресс позволяет изготавливать детали с радиусными и другими всевозможными гибами. Это высокотехнологичное оборудование гарантирует точную повторяемость практически без участия человека. Поэтому сложные элементы двери холодильных шкафов поистине уникальны и не имеют аналогов среди отечественного оборудования. На линии покраски производится нанесение порошкового защитно-декоративного покрытия в среде электростатического поля. Многообразие цветовой гаммы и фактуры позволяет придать изделиям гармоничный внешний вид. Кондитерские витрины выполняются в шоколадно-золотистых тонах, как наиболее подходящих для кафе, баров и кондитерских. Вакуумное формование создает из плоского листа пластика объемную деталь с тончайшей проработкой всех элементов. Участок агрегатирования – один из самых ответственных на производстве. От качества монтажа, пайки и сборки зависит работоспособность и долговечность изделия в целом. Применение комплектующих ведущих мировых производителей из Италии, Германии и других стран позволяет собирать качественную и надежную холодильную машину. Сборка является кульминацией. Детали со всех вспомогательных производств в точно назначенное время поступают на сборочный конвейер, где стараниями команды профессионалов превращаются в элегантное и качественное изделие. Качество изделий контролируется не только на последней стадии, но и на протяжении всего цикла. Сам технический процесс построен таким образом, чтобы некондиционная деталь просто не могла поступить на следующую операцию. Упаковка изделий – не менее важный процесс, которому на предприятии уделяется пристальное внимание.
От качества упаковки зависит, в каком состоянии доберется изделие до клиента, порой находящегося за тысячи километров.